Всем привет, ребят! Сегодня мы на кауте, мои подписчики. Подписчицы, а не подписчики, я уже заговорился. Подписчицы Ники с ником Зик. Вот такая вот у нас музычка. Надеюсь, ролик тоже будет такой же веселый. Коллекционер у нас вот такой вот Коля. В принципе, герои падают неплохо. 90% аккаунтов просто обалденно. Плюс трата. Вот так вот. Аккаунт у нас бездонатный, 45 тысяч накопленных самиков. Чуть мы не потратили 80 самых, забираем 2 яйца. Странно, у девушки видеть 2 яйца на аккаунте. Так, ладно, поехали, бесплаточка, ледяной дьявол. Поехали, посмотрим аккаунт, что есть. Посмотрим гильдию. Так, Бигфут. Рея, Командора, Феникс. Ну, в общем, блин, дофига героев. Обалденных надо. Поехали, посмотрим гильдию. Гильдия Сейнт Робертс. Робертс, вот так вот даже. Босс 20.00, МСК, реанимируем гильдию потихоньку. Наш девиз — ответственность и пунктуальность. В скобочках нет, вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Битву гильдии не ходит. На атаку фортов тоже. Вот как-то так. Так, окей, сменить бесплатно. Ожог, поехали посмотрим на бездоне, на героев. Так. Ну, такое для бездоната. Римочки есть, отлично. Ничего себе, ничего себе. Сейчас только вах, водушка, конечно. Сейчас вах и замедление, конечно. Даже хрон, ну, неплохо, неплохо, неплохо. Все отлично. Все огонь, ребята. Ну, я надеюсь, у нас будет веселый роллинг. Поехали. Такая веселая музычка. За ролем пару имп. На аккаунт. Я надеюсь. Так, люблю я это, ладно. Забежим в руны. Ковать. Преобразовать. Первое нельзя. Так, тут. Что-то соберем, тут тоже что-то соберем. Нормально, мы так место уже освободили. Займемся ее складом. Так. Отлично. Такая заходит, и половина склада и рун нету. Это будет шок. Так, окей, третье. Что у нас тут по третьему? Ну, это ж можно вот так вот делать. Сразу же куча места. И что у нас? Вот видите, плюс 17 мест. Отлично. Ну, let's go. Посмотрим. Имба роллинг. Роллинг. Ворожай ниндзя. Ворожай, по-моему, есть. Да, что-то там шевелится. Пожалуйста, Махатма. Поздравляю. Вроде поздравляю. Да, отличный герой. Супер. Поехали дальше. Начало неплохое у нас. Сейчас по-любому будет следующая имба. И следующая имба у нас будет, ну, будет или не будет. Бульдозер, видите, я говорил, что будет. Капитан Дрейк, Дракос. Призрачный всадник, не имба. Ну, давай, рандомчик, давай. Укротитель, малышник. Тыковка нафиг не нужна, медуза, тыква. Да что это за бред, бог грома? Короче, блин, я уже думал, Фрея, пора отправляться нам в рандомчик. Так, смотрите, какие у нее мегагибские герои, смотрите, что они делают. Они просто обездвижили всех и убили на месте, даже те не двинулись. Вот это жестко, конечно. Зачем ей эти имба-герои? Так все тащит. Так, отлично, поехали дальше.
Let's go. 24 тысячи самов, и нам падает гаргул. Королева Гарпитриант. Я уже думал, там будет имба. Еще малышник. Хранитель, походу, пора бегать в рейды. Так, смотрим, что там у нас такого интересного вылетело. Ну, Бигфут нужен, блин, наверное, больше всего Фрейка. А Финку тоже неплохо было. Махатму только одну словили с таких имбогероев. Ну, Гарпия. Ну, Гарпия это не, совсем не то, что надо, но... Let's go. Опять, смотрите, как они тащат. Они просто всех раздают. Супер. Вообще просто с фулл хп стоят. Какие-то жесткие. Так, окей. Поехали. Вангую сейчас что-то упадет интересное. Ну, упал Варжай еще один. Призрачный всадник. Блин, как-то после рейда падает хорошо. Смотрите, что делается. Офигеть. 9.15. Ну, не знаю, не знаю. Одной Махатмой, думаю, мы не отделаемся. Смотрите, как они у нее еще ускоряются быстро. Это жесть, ребят. Посмотрите на этих имбогероев. Что они там делают? Вот вопрос, что они там делают, я не понимаю. Эх, Варлок. Седна. Ну-ка. Ну, Седна у нее есть, блин. Ну, круто падает же все-таки. Рино. Жестко. Не, ну так вообще нечестно. Взяли и слили. Зато сейчас мы имбу по-любому выбьем. Капитан Дрейк. Ну. Да что это такое-то, а? Ну посмотрите на этот рандомчик. Западлисты, короче, они. Эх, одна мохнатка. Так, ну что, попробуем. Попробуем. Или не попробуем, или попробуем, или не попробуем. Та-та-та-та. Можно, кстати, руньку забрать. Ну что, ребят, дозабрал я ей пак вот такое вот с скином и с Ронином и добил. Один слизнячок сразу же случайно нажал. Забрал через админ панельку. Так, let's go. Давайте еще вот так вот сделаем. Оп. Оп. Раз и два. Видите, еще даже один слизняк вытащили. Три тонища выпал нам еще. Так, забираем плюшечки. Две карты. Сейчас посмотрим. Так, собрать. Ну, вроде все забрали. Let's go. Посмотрим. Давайте сетик. Тык-тык-тык, огненько. Ну, такое себе, конечно. Хотелось бы получше. Может, отсюда? Бигфут, отлично. И
Просто супер. Ну что, поздравляю, как по мне, роллинг удался. Бигфут и Афина как раз-таки то, что надо было. Отлично. Поехали сюда. Бабулька, раз. Афинка, два. Ну и Бигфутик, три. Поздравляю, три хороших героя. Поля затащил, как всегда. Поехали посмотрим, что там по талантикам. Там еще у нас коробочка есть. Так, Афинка. Блин, жалко, не пятая. Ну, такое. Что не поделаешь. И чик, разбросик. Ну, уже подумает, кому поставить. В принципе, вариантов очень много. Вот так вот, поздравляю. Плюс три героя. Без Коли никак не обошлось. Что мог, то сделал. Думаю, эти герои помогут. Сейчас я посмотрю еще, что тут пройдено. По кошмаркам. Ну, пятые только начались. Но в любом случае, Бигфут, Афинка. Думаю, затащит. Тут одна бабуля может затащить очень многое. Поэтому все, very good. Так, еще здесь карточка. И что осталось у нас? Давайте еще эти карты пооткрываем. Угу. Синие кристаллы, так, раз, и купидончик, я не знаю, на повторку разве что, отсюда у нас тыковка, ну, неплохо, я вам скажу, если для начального аккаунта бы это упало, это было бы очень-очень неплохо. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики, всем удачи, всем пока.